Вчера в средней общеобразовательной школе номер 2 города Хасавюрт прошло мероприятие, посвященное осени, под названием «Осенняя краса». На мероприятии приняли участие девочки с 5 по 9 классы, в ходе которой участники мероприятия читали стихи, пели песни и танцевали. А также приняли участие в конкурсной программе по номинациям на «Мисс Краса», «Мисс Мечта», «Мисс Очарование» и «Мисс Современности». Унылая пора, очей очарования, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увидание, багрец и золото, одетые леса. И в их сенях ветра шум, свежее дыхание, и мглой волнистой покрыты небеса. И редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Дорогие друзья, здравствуйте! Дорогие ребята, я начала наше мероприятие со слов замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина, так как он очень любил осень и всегда писал только сочиняла. Сегодня мы станем свидетелями красочного представления. Нам предстоит выбрать на этом золотом осеннем балу красу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил, но если б не страдали нравы, я бал бы до сих пор полюбил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обманутый наряд. А сейчас хотела бы пригласить на сцену наших дорогих участниц. Очарованный с давних пор, поклоняюсь тебе неспроста, на коленях стою пред тобой, женская красота. Светлая осень, но в окошко стучится, собираются в стаи перелетные птицы, улетают далеко за моря океаны, где палящее солнце, очень жаркие страны. Осень, осень, золотой листопад. Осень, осень, разноцветный наряд. Осень, осень, золотой листопад. Oh,
Отметим и то, что здесь же были представлены и дары природы. Участники осеннего праздника также приготовили различные национальные блюда, тем самым продемонстрировали также и свои кулинарные способности. Ну а организовала этот осенний праздник наша бывшая коллега, ныне завуч данной школы, Альбина Аджиева. Победители конкурса были награждены алыми ленточками по номинациям. Добавим, победительницей «Мисс Осенняя краса» стала учащаяся 7 А класса.